что мы же мы видим перед собой? Наш напорный фильтр. Есть ручка для вспомогательной очистки фильтрующих элементов без разбора нашего фильтра. Возможность переключения на автоочистку. Датчик загрязнения. Два штуцера для подачи грязной воды, для выброса воды. И штуцеры. Вот сама по себе ручка для очистки без разбора. Потом штуцер, с помощью которого мы видим, что идет движение воды. Уплотнительные кольца. Штуцер второй для подключения. И кран штуцер для системы автоочистки. Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас на обзоре прудовый фильтр напорного типа для системы фильтрации вашего водоема. Модель CPF 6000. Производство, естественно, Китай, фирма Сансан. Данный фильтр предназначен для работы с насосом максимальной мощностью до 10 тысяч литров, а в частности 9 тысяч литров в час. Подходит на объем воды с рыбками 4 тысячи кубов, без рыбок 8 тысяч кубов. Комплектуется ультрафиолетовым стерилизатором мощностью 11 ватт и объем фильтрующего элемента всей емкости 20 литров. Модель очень хорошо продается, потому что имеет сравнительно невысокую цену, и в ней собраны все основные преимущества, как для недорогого напорного фильтра. По габаритам, высоту он 42 сантиметра, в диаметре 43-45 сантиметров. По поводу комплектности я вам все рассказал. Ультрафиолетовая лампа работает, должна в этом фильтре постоянно, без выключений. Система автоматической очистки. Лично я пользуюсь не так часто, я больше прибегаю к полному разбору этого фильтра и обслуживанию. Когда в этом фильтре работает ультрафиолетовая лампа, здесь сверху светится окошко, и это можно все увидеть. Срок службы ультрафиолетовой лампы — год непрерывной работы. Потому, в принципе, это на два сезона хватает. Система фильтрации работает постоянно должна, потому что в ней идет биологическая очистка, помимо механической. Не рекомендую его включать, выключать, включать, выключать. То есть должна работать постоянно, потому что биология внутри должна жить. Но по поводу ее очистки, сейчас я покажу, как он разбирается. Но очень многие из вас вставляют эту рукоятку, она идет в комплекте. Проворачиваем кран на... Вот так вот. И у нас теперь грязная вода будет выходить в сторону через штуцер на то, чтобы грязная вода вытекала где-нибудь под дерево, в кусты куда-нибудь. То есть все очень удобно. Но многие клиенты и так и пользуются. И пока у вас работает автоочистка, вы можете вот так вот проворачивать рукоятку. И таким образом вы с фильтрующих элементов основную грязь всю скидываете, и она у вас выходит. То есть данная система очистки предназначена для пользования где-то раз в неделю, раз в две недели подошли, провернули кран, очистили, вода вышла. Все тоже очень удобно. Ну и давайте я вам покажу, как же он полностью разбирается. По поводу его установки. Лично я его ставлю, обычно выкапываю возле водоема приямок какой-то, беру черный пакет, засовываю в пакет и вот до сих пор закапываю в землю. Сверху накрываю чем-либо и накрываю корой, там какие-то камнями, чтобы его не было видно, чтобы не бросался в глаза. Провод в комплекте идет 5-метровая, вилочка обычная 220 с заземлением. Провод очень с хорошего материала, который не боится ультрафиолетовых лучей и не распадается. Давайте посмотрим, что же у нас внутри. Для его разбора вот так вот снимаем раз. И это кольцо у нас снимается. Здесь мы видим среднепористая мочалка, крупнопористая, среднепористая и крупнопористая. Фильтрующий элемент на этом у нас заканчивается. То есть в данной модели система фильтрации механическая и биологическая используется с помощью этих фильтрующих элементов. Срок службы данных фильтрующих элементов
Ну, наверное, плюс-минус 2-3 года. В случае замены у нас они отдельно на сайте zucool.ua в продаже есть. То есть я обслужил, к примеру, обратно засунул. Закрыл. То есть подведем итог по модельке CPF 6000. В чем удобство? Это напорный фильтр, который легко устанавливается в водоем, его можно даже прикопать в землю. Рекомендованный насос до 9000 литров в час. В другом видео я вам покажу этот же фильтр в комплектации с оборудованием, с остальным. В этом фильтре есть ряд плюсов. Это система автоматической очистки, вспомогательная рукоятка, которая вам помогает очистить фильтрующий элемент, окошко, где мы видим работоспособность ультрафиолетовой лампы, датчик загрязнения фильтра. То есть все основные навороты, все здесь есть. Единственное, чем не комплектуется данный фильтр, это, так как небольшой, не самый большой объем фильтрующего элемента, здесь нету биошаров. Но все остальное, ну, для небольшого водоема, и так как для пруда с рыбой 4 куба, без рыба 8, то есть если у вас небольшой водоем 3-4 куба с рыбками, то фильтра вполне хватает. Ссылочку на данный фильтр оставлю внизу в описании. Переходите на наш сайт zucool.ua для его приобретения. Для подписчиков канала дополнительная скидка. Спасибо за внимание. До скорых встреч.